Обычное утро в Сан-Франциско. Пассажир садится в такси с беспилотным управлением от компании Zoox. В транспорте вообще нет места для водителя. Все кресла пассажирские, а двигатель электрический. Еще лет 10 назад идея такого беспилотного авто казалась фантастикой. Тогда газеты называли прототип автономного транспорта «американским чудом». Машина управлялась с помощью радиосигналов. Со временем технологии шагнули вперед. В 90-х появились первые седаны, которые использовали лидары и роботизированное управление для автономной работы. В 2009-м разработкой беспилотных машин занялся Google. Компания создала проект XLab, который со временем превратился в одного из лидеров беспилотных технологий — Waymo. Система управления от Waymo установлена на обычный кроссовер. Она распознает машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, а также прогнозирует события для избежания аварий. Но не все так идеально. Беспилотники Waymo часто попадали в аварии. В России беспилотные авто тоже набирают обороты. На улице Москвы уже вышли несколько машин от Яндекса. Пока они двигаются в тестовом режиме. Набираются опыта езды по столичным улицам. Но уже в этом году в планах компании начать перевозить первых пассажиров. Разработчики говорят, их машины не уступают тем, что управляются людьми. Вероятно, скоро у московских таксистов появятся серьезные беспилотные конкуренты. Но у беспилотных авто есть один минус – законодательство еще не готово к их появлению. Как страховать такие авто? Как их вписать в правила дорожного движения? На эти вопросы пока нет четкого ответа. Другое дело – сельское хозяйство. Там таких проблем нет. Российский искусственный интеллект уже давно заменил комбайнеров. В кабинах тракторов вместо водителей теперь стоит крохотная коробочка с искусственными мозгами. Так называет свое детище руководитель российской компании Cognitive Pilot Ольга Ускова. Лет, наверное, 12 назад мы приняли решение о том, что мы начинаем делать мозги для транспорта. Причем мозги в таком самом человеческом представление практически как человеческий мозг. То есть это некоторое устройство, которое фактически превращает объект в субъект, думающий, принимающий решения. У вас была железяка, мы ставим наши мозги, и у вас возникает думающее, соображающее существо. Российская школа искусственного интеллекта в тройке мировых лидеров, говорит Ольга Ускова. Наши мозги покупают во всем мире. Комбайны с железным мозгом действительно соображают на ходу. Машина сама распознает, что перед ней на поле стоит рабочий. Трактор останавливается и сигналит. Он не начнет движение, пока человек не уйдет с дороги. И с точки зрения сельскохозяйственного транспорта, там сразу же возникла глобальная задача, потому что это вопрос продовольственной безопасности. Ну, людей просто надо накормить. Людей становится все больше и больше. Логистика, инфраструктура, особенно в период пандемии, холодных войн, там, горячих войн, миграционных движений и так далее, рушится. По данным ООН, 870 миллионов человек на планете голодают. Единственный выход, который на самом деле существует у человечества для того, чтобы не пухнуть от голода там, в разных регионах, как это сейчас происходит, это научиться роботизированно как бы, обслуживать поля, осваивать земли при помощи роботов. То есть там, агроботы, мы их называем агроботы. Агроботы постоянно учатся. Всех их связывает единая сеть. Комбайны по всему миру делятся друг с другом информацией о своей работе. Чем больше комбайнов в мире ездят, тем умнее становится вся серия. Это так же, как Tesla. И Tesla, и наши, и Cognitive комбайны, они работают по одинаковому принципу. То есть вот есть офлайн работа, ну то есть вот есть система. Но каждый день это новый опыт. Новая картинка, там, возник суслик, не возник суслик, там, такое освещение или такое, дождь, град и так далее. Но вот каждую секунду мир меняется. И вот это вот обучение, оно переходит в облако. То есть вот тот опыт, который получил комбайн номер один, там, он становится из облака доступен комбайну номер 13, 18 и 20. Система беспилотного управления комбайном состоит из 5 компонентов. Модули связи и навигации, видеокамер, датчиков поворота колес, блок гидравлического управления машиной и самое главное – тот самый искусственный мозг. Вычислительный модуль. Когда держишь коробку с искусственными мозгами, реально понимаешь, какая она тяжелая. Разъемы такие жесткие, понимаешь, сделано на века. У Cognitive Pilot есть конкуренты. Беспилотные системы для комбайнов — это не новинка. К примеру, британская компания John Deere выпускает трактора вообще без кабины для водителя. Такая машина полностью автономна.
Некоторыми тракторами от John Deere можно вообще управлять с телефона. Устанавливаешь приложение, и вся посевная работа в кармане. Можно посмотреть маршруты комбайнов и в реальном времени следить за трактором через камеры наблюдения. Но только без присмотра водителя. Такие решения могут принести фермеру серьезные убытки. В агросекторе существует решение Trimble, которые связаны с автономным управлением, но они работают без технического зрения, они строятся на принципах получения координат со спутника, что, естественно, во-первых, не всегда возможно на полях, а во-вторых, это все-таки езда вслепую, и если на поле лежит несанкционированное бревно или камень, или пьяный человек, то есть риск убить этого человека, сломать орудие о камень или о бревно. И здесь очень большие потери у фермеров, порядка 200 тысяч евро. И это обычно какие-то кредиты, лизинговые и так далее, схемы. И не дай бог поломка. Все вот эти сезоны работы и уборки, они очень короткие. Для фермы это просто катастрофа. Беспилотные комбайны Cognitive Pilot работают на полях России, США, Бельгии, Италии и Бразилии. Всего больше 1000 машин. Программным обеспечением занимаются специалисты из московского офиса, а саму систему собирают на заводе в Томске. Большинство комплектующих российские, но импортным деталям в компании планируют найти замену. С комплектующими понятно, но можно ли так же легко заменить человека за рулем комбайна на искусственный интеллект? Что, как думаешь, в итоге заменят все-таки комбайнеров системы или все-таки нужны будем? Да не, без людей как же, а кто будет управлять? Оно-то все хорошо, но за техникой все равно надо человеку смотреть. Агроботы выигрывают у людей. Беспилотная машина приносит на 48% больше дохода, чем человек за рулем. Но в Cognitive Pilot говорят, что комбайнеры без работы не останутся. Они просто получают совершенно другой уровень работы. То есть они из человека, который на пределе там, стресса, становятся диспетчерами. То есть у них экран, у них вот эта тяжелая работа снята, они занимаются комбайном или трактором как устройством, которое собирает урожай или обрабатывает поле. То есть они занимаются присыпными орудиями, они занимаются контролем за зерном и так далее. Это совершенно другой класс работы. То есть они из чернорабочих становятся белыми воротничками. Я думаю, что вот это уже 23-й год. Один комбайнер будет управлять группой тракторов, так же, как вот вы видели в «Интерстелларе». Так что скоро фантастические фильмы Кристофера Нолана станут реальностью. И в первую очередь будущее наступит именно на российских полях. Искусственный интеллект Cognitive Pilot работает не только в полях, но и на рельсовом транспорте, петербургских трамваях и транспортных поездах железной дороги. В среднем только в России происходит 4-5 аварий в месяц с очень серьезными последствиями и финансовыми, и с человеческими. И, как правило, 95% этих аварий происходит из-за человеческого фактора. Машинист перепутал свет светофора, машинист не увидел повернутую стрелку. Вот это как бы это вот, там, большинство аварий по этому поводу. И это всегда потери сотен миллионов рублей. Появилась такая умная система пары глаз. Пары глаз, которая не устает, в отличие от человека. Тем самым, естественно, повышается и наблюдение за стрелками, за людьми, за составом и за всем, что происходит на пути вокруг, особенно при маневрах. Железные мозги позволяют локомотиву видеть и понимать обстановку вокруг транспорта и в нужный момент осуществить экстренное торможение и предотвратить аварию. Что ж, остается только немного подождать, когда российский искусственный интеллект появится на других видах транспорта – самолетах, морских лайнерах, а может даже на космических кораблях.